Всем привет! Сегодня мы будем готовить гречку по-домашнему. Для этого нам понадобится кусок сала, примерно грамм 600, фарш тоже около 600 грамм, лук, морковь, грибы лесные, ну и соответственно гречка. Поехали! Сначала все нарежем лук полукольцами. Затем нарежем морковь соломкой, ну как соломкой, брусочками. Затем, как резать сало, пойдем поставим казан, чтобы прогревался. Сегодня у нас минус 10. Надо готовить быстрее. Так, сало нарезаем кусочками. Так, его обжарим вначале, для того, чтобы был жир, на чем жарить лук и морковь. Перед тем, как жарить сало, решил добавить немножко масла. Закидываем. И обжариваем до золотистой корочки. Так, сало обжарили. Достаем. И закидываем сразу лук с морковкой. Затем добавляем грибы. Они уже замерзли, пока стояли. Затем добавляем фарш. Посолить, поперчить, и можно идти за гречкой. Гречки у меня примерно 400 грамм. Предварительно помыл. Засыпали, разравниваем и заливаем водой. Если у нас 300 грамм гречки, это примерно литр воды надо. Я думаю, достаточно будет. Закрываем крышкой и забываем минут на 20-25. Огонь делаем чуть-чуть поменьше и ждем. Приступим к дегустации. Гречка приготовилась.
Мне как раз хватило 20 минут. Шкварки хрустят. Очень вкусно. Пробуйте, готовьте. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.